В идеале все имеет право на многополярность, и то, что мы контактируем с Латинской Америкой, это не только с Кубой, а и вся Латинская Америка, там наши серьезные есть интересы, а для них это интересно, потому что мы не по таким грабительским ценам там что-то делаем. Мы потом, конечно, свое откачиваем, потому что мы даем в долг. Естественно, надо что-то откачать. Но я считаю, что ну, тема противостояния, она для меня как-то... Я человек уж больно мирный, и мне все это неприятно, когда начинаются склоки, начинают там друг другу подножки ставить. Я считаю, это нехорошо.